Всем привет, друзья! Приветствую на канале Foruslamp. Сегодня будем делать два блокнотика, так сказать. Попросили сделать, в общем, подарки, короче говоря, на 8 марта. Может, кто-то будет смотреть, это будет не 8 марта, но как подарок шикарная идея. Но на этом деле я еще обкатаю несколько вариантов. Нам понадобится заводской блокнот. Это как жертвенный, мы его раздербаним. Нам нужны только здесь листки и сам металлический переплет. То есть непосредственно вот эта сама железяка. Это мы будем все раздербанивать. Кому где ж пригодится. Инструмента особого не нужно. При желании все можно заменить чем-то подручным. Но я буду механизированно, потому что это будет быстрее и проще. Вот. Ну и еще один из новых моментов, которые я еще не использовал, экспериментировать. Это детские карандаши. 12 цветов. Вот они такие яркие. И я хочу это тоже здесь использовать. Еще ни разу этого, точно скажу, не делал. Вот. Что у нас для этого нужно? Две досточки, но у меня в моем случае их 4, так как два блокнота. Это дуб, распиленный на плашке. Я его еще не шлифовал, надо еще отшлифовать его. Подобен под размер приблизительно вот этого блокнота по формату. Вот основная часть его будет. Здесь будет вырезан рисунок. Также будет переплет из натуральной кожи. Здесь она имитирована крокодила. Но, может быть, мы ее потом сделаем под что-то другой цвет. Может, позолотим. Что-нибудь такое придумаем. Ну и, естественно, нужны будут заклепки. Самые простейшие. Ну и заклепальник. Может быть, кто-то что-то другое придумает. Но я буду показывать, как я это делаю. Если вам это интересно, чтобы никто не плакал, что сразу бы сказали, что будете делать, я, может быть, и смотреть бы не стал. Ну, я думаю, что кому интересно, тот будет смотреть дальше. Друзья, ну что, погнали. Вперед. Начнем с того, что раскурочим сразу все. Все. Это в печку. Это у нас готово. Десять сантиметров самое оптимальное, чтобы потом вам не вычислять. Сразу говорю, оптимальный размер 10 сантиметров. Берем резак. Все, в принципе, элементарно. Опа. Как будто здесь так и было. Готовая запчасть.
Ну теперь самое пыльное. Ну, осталось самое простое уже собирать.
Ну, такие получились блокнотики. Сразу говорю, подарок реально на 3 копейки. Если уж посчитать по себестоимости, и кто-то захочет это там пооригинальничать, ради бога. Это дубовую досточку можно заменить, какую-нибудь хорошую фанеркой шлифовать. Особых затрат нет, чтобы не прибеднялись, как начинают там, если был бы инструмент. Да если бы и нет инструмента. Любую кожу, она на метраж продается. Все что угодно, хоть еще с какой-то сумки карантиновой нарежьте. В конце концов, ну кусок джинсы также приклейте, будет еще оригинальный даже. Фанерку можете деревянную использовать, какую-нибудь четверочку по толщине. Сам блокноты, вот эти вот, которые сейчас разломал, уже с готовым блоком отдельно, стоит от 90 до 140 рублей. То есть реально подарок за 3 копейки, это 100% подходит. Потом эти уже блокнот останется надолго. Можете что-то там нарисовать, наклеить, декупаж, любую картинку абсолютно. Там не обязательно иметь фрезер и то же самое сделать на фрезере. Потом отдельно будете покупать вообще за копейки блокнот, эти блоки и использовать уже как сменные. Я думаю, что это очень оригинальный подарок будет на любое мероприятие, особенно если это будет 8 марта. Ну, смотрите, классно же. Такой подаришь, так ни у кого нету. К этим вещам можно подойти со своей стороны. Я эти вырезал, потому что это, видно, было заказан такой вариант надписи и рисунка именно. Вот такой, потому что, вот видите, заказчик хотел так, я так и сделал. Вот. То есть, подлинать надо жопу. И сделать приятно своим близким. Не обижайтесь, но это факт. Это займет, вот я сделал за час, это не напрягаясь. Если еще использовать клей какой-нибудь, который быстро сохнущий, то это еще займет гораздо меньше времени. Надеюсь, понимающие люди меня поймут. Вот такое получилось видео. Пока с вами разговаривал, видите, уже два блокнота сегодня приедут и заберут. И завтра на 8 марта кому-нибудь порадуют. Я думаю, что кто хочет, может успеть еще это сделать и не раз. Ну, все, кто досмотрел это видео, огромное спасибо. Если оно оказалось полезным, можете поделиться в своих соцсетях. В общем, репост приветствуется. Задавайте вопросы какие-то, комментарии обязательно оставьте. Что вы будете дарить на 8 марта? Мне самому интересно, кто что дарит. Какая сейчас статистика, так сказать, по подаркам. Всем спасибо, друзья. Спасибо, кто досмотрел до конца. Самое главное. Удачи вам.